30 июня на территории ДЮС номер 15 по конному спорту города Рыбинска прошли квалификационные соревнования по конкуру. Спортивные пары могли состязаться в двух маршрутах высотой до 120 см и 100 см. В маршруте номер один высотой до 120 сантиметров первое место заняла Ксения Кузнецова на эластике. Второе место заняла Поздеева Елена на мемори. И третье место заняла Ковальчук Александр на чародея. В маршруте номер два высотой до 100 сантиметров первое место заняла Пылаева Карина на великолепный мабрис. Второе место заняла Базунова Полина на Кассандре. Третье место заняла Кифер Екатерина на лабрадоре RDI. К сожалению, 1 июля из-за плохой погоды пришлось отменить второй день соревнований, так как манеж залило дождем. Из-за этого наши маленькие спортсмены не смогли принять участие в соревнованиях. Из-за отсутствия крытого манежа зачастую из-за плохих погодных условий нам приходится отменять соревнования, а нашим спортсменам негде тренироваться. Спасибо за просмотр.